Это ак... Сюда! Вот FIFA, ребят! Пенсионер, сюда! Отлично! Это мост, да, он сильный, но я смогу его выиграть. Всем привет, с вами Мосс, это плей-офф Кубка Фиферов, в котором я участвую впервые и где каждый матч может стать для меня последним, поэтому небольшая просьба, подпишись прямо сейчас на мой инстаграм, а этот ролик давай как в последний раз, завалим лукасами, комментами и затащим его снова в тренды, тем более что соперник у нас тот, кого зрители моего канала, наверное, хотели видеть больше всего. Да-да, к нам в гости пожаловал Акул и его сборная Польши. Не знаю, чем закончится это противостояние, но знаю точно, что за топовыми чемпионатами куда круче наблюдать в компании наших друзей из OneX, поэтому проверяй закрепленный комментарий и получай бонус по моему промокоду. Ну а все вопросы касательно золотишка оперативно, надежно и по очень выгодному курсу решит Ваня Мухин, его ссылка будет в описании ролика. Приятного просмотра! 26 июня 1948 года сборная Польши потерпела самое крупное поражение в истории – 0-8. Угадайте, от кого? Все верно. В общей сложности против Дании поляки играли 19 раз. 8 побед, 10 поражений и ничейка на сдачу. Сейчас белые орлы пригнездились на 27-м месте в рейтинге FIFA, а игроки национальной команды по оценкам трансфермаркета тянут на 290 миллионов евро. Вообще славные времена Польши пришлись на 70-е. Там и победа на Олимпиаде была, и две бронзы чемпионатов мира. А вот на ЧЕ лучшее достижение – 1/4 финала в 2016 году. К своему лучшему достижению на кубке идет и Акул, с которым мы записали добрый десяток совместок. Какую татуху набил Panda FX на день ВДВ? Входить сюда, блять, на жопу. Хотя на серьезных щах никогда не играли, в матчах у меня по стати есть небольшое преимущество. 3-1 по каткам, что-то около того. Но в турнире расклады могут быть совсем другими. Акул тут, дамы и господа, и скажу довольно страшную историю. Наверное, это не самый на сегодняшний день для меня удобный соперник, потому что по ходу турнира Акул нормально стал катать. И тактика его, она на самом деле простая, но очень эффективная. Раскаты мяча, потом находит игрочка в штрафной, принял, развернулся, шваркнул в ближнюю, вынимай. Но так-то на бумаге многие считают меня фаворитом, да и сборная Дании поди посильнее. Вперед! Все или ничего. Кто проиграл, вылетает с турнира. Это же еще битва двух лысых дядек, Брейтвейта и Адриана. Один из них отправится домой сегодня. Надеюсь, это будет не Мартин. К тому же мы все знаем, если Мартин забивает, сборная Дании не проигрывает. Немножко молчанки на первой минуте, я даже не знаю, что сейчас сказать. Теряю мяч. Брейтвейт отвоевал. И сразу потеря. Нервы! Внимательно Акул играет, отдадим ему должное. Он играет очень внимательно. А вот такую тоненькую. И такую. А, хороший момент был. Первый опасный момент за нами, ребята. Держим, держим, держим. Гросицкий. Зжилинский. В центре, провалы, провалы в центре. Тихо, 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 тихо. Кто-то мне еще, блин, какие-то сообщения шлет. Левандовский! Посмотрим, кто сообщение. Жена на телефоне. А 0-1 на табло. Внимательно смотрим. Я не знаю, что даже говорить. Акул хорошо играет. Он реально хорошо играет. А, длинный раскат какой. Может, ближнюю? Поспешил. Не надо было. Пенальти! Есть, есть, есть! Пенальти! Мой шанс. Так, успокоительный чай. Прошлый пенальти в матче против Пандоса я не забил. Сейчас нужно забивать. 1-1 в моем игре, Акул! Ну чё, подожжем немножко? Там костерочек, пойди, сейчас разгорается. Нужно пару сухих веточек туда. Это будет хороший матч, Акул. Один опорник куда-то убежал у нас. Лысый.
Что ты будешь делать с этим лысым, с этими кикофными? Зараза ты, акул. Что за человек? И снова проходит. Не-не-не, никакого добивания. Вынеси, хорошо. Живем. Ну слушай, ну этот Миржевский, что творит? Нет, вынеси. Судья, давай все, хватит. Так, расходимся, у нас первый тайм заканчивается, мы летим 1-2, ну типа как равная игра, но Левандовский и Миржевский забивают, а у нас только Долберг, только Спенки, ноль с игры. Надо исправляться во втором тайме. Промокод мой, а бонус твой. Не забудь чекнуть закрепленный коммент. Отдавать пока некому. Немножко стенок, и Брейтвейту может... Он пихнул Брейтвейта! Там кто-то корпусом у него хорошо защитник сыграл на самом деле. Держим акулу, сейчас будет вот туда наверх пойдет передача. Я не успеваю переключиться, да что ж ты будешь делать? Сними мяч! Блин, это пенальти. Я не успел переключиться, Кристенсен, дружище. По центру. Нет, не по центру. Празднование, да, ну что поделать, забил. Жопа. Вот теперь со счетом 1-3 как тащить этот матч. Да, соберись! Возможно, это последние минуты на турнире, так проведи их хорошо с песней в атаке. Ну? Да ты как не забил-то сейчас? Еще и в офсайд я передачу дал. Ну что, сверхатакующий. Не дает он ничего сделать. Он ничего не дает сделать. Он стоит просто намертво. Я не знаю, у меня не идет игра. Стригер. Ну же! Да какая штанга, да как... Брейтвейт, забей! Пенальти еще один! Пойдет Брейтвейт бить. Ни хрена, я не сдамся просто так. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Остановите кто-нибудь эту машину. У меня игроки не могут отобрать мяч. Там офсайд был. Там не было офсайда. Ёлки зеленые, ща перекинет. И все. Нет. Так, еще 20 минут. Блин, суета и паника. Ну акул же должен тоже нервничать. Хотя я максимально делаю так, чтобы он не нервничал. Пенальти не забиваю. Какие-то просто дарю моменты. Тут просто какая-то каша мала. И Левандовский убегает. 80-я минута идет. Левандовский подождет еще кого-то. Я просто пробил. Пищик первый на мяче. А ну на ближнюю быстро, он не успеет вратаря вынуть. Да! Есть! Мартин Брейтвейт здесь! Он забивает! Ну, ребята! Замены. Хойберг вместо вас. И все, играем так. Остальные ребята у меня откровенно слабые. И остаемся, да, на такой схеме, на 3-4-1-2, на постоянном прессинге. Что за матч? Акул! Кто там думал, что? Для Моза это сладкая булочка, акул. Ни хрена. Блин, у меня сейчас сердце выпрыгнет. У меня сейчас выпрыгнет сердце! Дубер! 82-я минута! Что он делает? Что он делает? Мы снова в игре! Голимый проброс R1L1 возвращает нас в игру! Сбалансированный план, пожалуйста. Я слишком старый, чтобы так эмоционировать. Акул, пожалей, пожалуйста, не надо это вот... Держитесь. Держите кикофну. Просто держитесь. Последняя атака будет за ним. Просто держитесь и нигде не обосритесь. Ребята, очень вас прошу. Адриан. Только не Адриан. Все. Это допы. Это долбанные допы. Как мы вытащили этот матч? Да пофиг, чем там закончится, ребята. Вонзите Лукас за эту катку. И на инсту подпишитесь. И к акулу после матча переходите. Я в шоке нафиг, что происходит. 6-5, абсолютно равная игра. Охренеть, акул хорош. Че бы он там сейчас ни говорил, как бы он на меня не горел, каким бы матом ни крыл, акул реально играет хорошо в этом году. А пробить? Дилейни с левой, Файнес. Отличный удар, Томас красавчик. Он ищет этот пас. Ребята, он ищет этот пас. Левандовский может пробить с любой ноги. Левандовский не может пробить, когда ты закрываешь Левандовского. Давай, запусти его туда. Ну там офсайд, походу. Нет офсайда? На ближку! Долберг! 108-я минута! Долберг!
Я сейчас вообще все закончу нафиг. Что происходит? Что за матч? Вы это видите? Это какой-то долбанный триллер. Я поиграю, наверное, во втором тайме на 4-2-3-1, отзеркалю схему акулы, хотя теперь-то он может перестроиться, но у меня игрочки сдохли из-за того, что половину второго тайма мы играли на высоком прессинге. Ну, главное продержаться. Главное теперь просто продержаться. Блин, страшно! Ууу, Каспер Шмейхель, ты у меня все же есть на воротах! Сейв! Нет, никаких угловых. Хелик! Так, собираем проклятие из Самары. Чувствую, там сейчас дымок небольшой пошел. Пахнет чьими-то жареными копченостями, получается. Да, попахивает. Угловой. Как нас там учил акул. Ну что, собираем хейт, бро? Собираем хейт. Хоп, хоп, и к угловому. Акул! Блин, если меня сейчас накажет за это капец будет. Нет, не накажет, акул. Акул. Прости, брат. Что за матч? Когда вот нужно сказать какие-то правильные слова, у меня их, ребят, нет. Я не знаю, у меня целый ворох эмоций. Я в первый раз играю в плей-офф Кубка Фиферов. Я в первый раз выхожу в 1/4 финала. И какой это был матч. Ребят, я знаю то, что по ту сторону экрана куча была трэш-тока в мой адрес, оскорблений наверняка, но мы с Акулом нормально общаемся в реальной жизни. Все хорошо. Он даже перед видосом предупредил, что, чувак, есть ничего личного. Поэтому, Акула, огромный респект. Да, меня сейчас будут ненавидеть, что я такого контент-мейкера выбил с турнира. И я сам этому факту маленько расстроен, но слушайте. В любом случае, спасибо огромное за игру, спасибо ему огромное за участие в этом турнире, а я буду ждать соперника в 1/4. Все, ребят, с вами был Мосс, скоро увидимся.